Основные проблемы в системе образования обсуждали сегодня эксперты на республиканской конференции в Астане. И качество – одно из ключевых позиций в рейтинге устойчивого развития, разработанного ООН. А наша страна в нем занимает 66-ю строчку среди 166 стран мира. Между тем, специалисты отмечают, что существующие механизмы оценки качества школьного образования не дают объективной картины. К примеру, высокие показатели по данным системы Кунделек не подтверждаются итогами ЕНТ. В Лиге экспертов считают, что в Казахстане нужна единая национальная система мониторинга. Сюда должны входить и оценка профессионализма педагогов, и анализ результатов реформ в системе. Какие бы мы комфортные школы ни строили, если у нас учитель не будет профессионально подготовлен, высокопрофессионален, то, естественно, мы результатов хороших не получим. Ну, если даже вот по примеру Туркестанской области, на сегодняшний день 862 мастера в этой области. Мастера – это вот самый высокий уровень, педагогический уровень, профессионально-педагогический уровень. Но мы сегодня хотим сказать, что по всем показателям Туркестанская область на последнем месте. Я вот привела только одну область, там и Мангистауская, там и Атырауская область. Проблема доступа к образованию детей, потому что не все дети могут одинаковое качественное образование получить. Есть неравенство между, допустим, между сельскими и городскими учениками. Есть разница, гендерная разница между мальчиками и девочками. Для решения этих проблем нужно внедрять правильные решения.